Приглашаю на полноценную утреннюю практику йоги. Данное видео создано для самостоятельной работы с максимально возможной концентрацией на внутреннем мире, на здоровье физического, пранического, ментального и других тел, на самоосознанности и прогрессе во время практики. Поэтому текста и комментариев будет минимально. Вот такой короткий звуковой сигнал сообщит вам в ходе видео о завершении выполнения упражнения и плавному переходу в нейтральную позицию и релаксацию. Тайм-коды найдете в описании к видео. А теперь начнем! Первая дыхательная техника. Пранаяма анулома-вилома. Ровное попеременное дыхание через каждую ноздрю, без каких-либо задержек дыхания. Вдох через правую ноздрю и выдох через левую. Вдох через левую и выдох через правую ноздрю. Продолжайте в своем темпе. Thank you.
Вторая дыхательная техника – капалабхати. Во время этой практики активно производится именно выдох. При этом происходит сокращение мышц живота. Обратите внимание сейчас на видео. Во время капалабхати диафрагма превращается в мощный насос. Интенсивно, сильный выдох. При этом руки и плечи без напряжения. Голова уравновешена. Продолжайте с закрытыми глазами и в удобном для вас темпе. Теперь по звуковому сигналу полный выдох и наклон вперед, задержка дыхания на полном выдохе, и по звуковому сигналу вдох, подъем корпуса вверх и задержка дыхания. Задержка дыхания на вдохе. Активация мулабанды. Концентрация сознания на точке между бровями и на ваш внутренний мир. Тишина. Созерцайте этот миг. И по звуковому сигналу выдох. Я делаю с наклоном корпуса тела вперед. Сделайте 4-5 циклов дыхания, чтобы восстановить ваш нормальный ритм.
круговые вращения шеи. Сначала в одну сторону, теперь в другую сторону. Следующее – разминка позвоночника. Прогибы спины вперед и назад с дыханием. Выгиб с вздохом, изгиб назад с выдохом. При желании помогайте себе с плавными движениями рук вперед и назад. Thank you.
Следующее. Выполним скрутки позвоночника. Положите пальцы ладоней на плечи, чтобы локти свободно свисали без всякого напряжения. И делаем повороты спины вправо и влево с кундалини дыханием огня. То есть такое же дыхание, как мы выполняли при капалабхати. Сильный выдох при каждой смене позиции право-лево. То есть выдохи в сторону. Следите, чтобы вы не поднимали плечи и локти. Шея также без напряжения. Делайте это в динамике, без особых усилий тела, просто как маятник на оси позвоночника вправо и влево. Продолжайте в вашем оптимальном темпе с дыханием. Разминка рук и кистей. Вытяните руки по сторонам и делаем круговые вращения в локтевых суставах. В одну сторону. И теперь в другую сторону вращаем. Теперь кисти рук. И теперь в другую сторону. И в заключение сделаем пульсирующие звездочки пальцами рук. Продолжайте, руки не опускаем. Thank you.
поднимаем руки над головой в намасте и сделаем несколько дыханий в этом положении. Замечательно! Следующее. Выполним упражнение для ног и коленей в положении лежа. Вдох, сгибаем колени. На выдохе выпрямляем ноги, но не кладем на мат. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Продолжайте в оптимальном для вас темпе. Не слишком быстро, но и не слишком медленно. Теперь поработаем со спиной и поясницей. Упражнение «Крокодильчик» или диагональная «Шалабхасана». Упражнение выполняется в динамике с дыханием для наилучшего результата. Вдох и выдох. Вдох, как показано на видео. И выдох. Продолжайте с дыханием в вашем темпе. Следом выполним классическую шалабхасану или по-народному поза кузнечика. Оставайтесь в таком же положении, как после предыдущего упражнения, руки вдоль туловища. Теперь руки зафиксируйте под тазом в виде замка рук или ладонь в ладонь. И на следующем вдохе с упором рук отталкивайтесь ногами вверх. Задержите это положение на несколько циклов дыхания. И заключительное упражнение для спины – Бхуджангасана или кобра с замком рук позади, в данном варианте с вертикальным упором для ног. Сделайте из ладоней рук замок позади тела и с вдохом поднимайте торс вверх, оттягивая замок назад. Делаем это в динамике с дыханием. Вдох вверх,
На несколько секунд зафиксируем это положение и с выдохом опускайтесь вниз. Продолжайте в удобном для вас темпе дыхания. Замечательно! После короткой релаксации переверните тело на мате и, обхватив ладонями колени, сделаем несколько перекатов на спине. И затем плавный переход в положение стоя. Поставьте ноги на ширину плеч и выполним разминку тазобедренных суставов. Круговые вращения. Сначала в одну сторону, против часовой стрелки. И теперь в другую сторону, по часовой стрелке. Присядьте на корточки, как вы видите на видео, и выполним упражнение «Левушка» для коленных суставов. Вдох в положении сидя и с выдохом выпрямляйте ноги и наклон вперед. Делайте это с бодрым настроением и в комфортном ритме дыхания.
к данному моменту нашей более активной утренней практики, мы сейчас готовы к наивысшей точке активности и оптимизма. Выполним вариацию упражнения «Лыжник». Внимательно посмотрите на отдельные движения рук и ног в этом упражнении. А теперь соединяем вместе с кундалини дыханием огня, то есть сильный выдох через нос при каждой смене позиции рук и ног. По звуковому сигналу вдох, руки через стороны вверх и выдох, полный наклон вперед. Пара вдохов и выдохов и плавный переход в позу собака мордой вниз. Восстановим нормальный ритм дыхания и сердцебиения. По звуковому сигналу и с вдохом прыжок стопами вперед к ладоням или просто поочередно шагайте левой и правой ногой вперед к рукам, выдох, полный наклон туловища вниз и с вдохом медленно и плавно поднимайте корпус тела в позицию стоя. Молодцы! Плавный и глубокий вдох, руки через стороны вверх, задержитесь несколько секунд здесь, и с выдохом плавно делаем складку к ногам стоя. Пада Хастасана. Плавно переходим к фазе релаксации. Дыхание ровное и глубокое. Напряжение в руках, плечах и шее нет. Колени подтянуты. По звуковому сигналу вдох, подъем корпуса с руками вверх. И плавный гармоничный выдох в намасте перед грудью. И приготовьтесь к заключительной релаксации. Шавасана. Лягте на мат, расслабьте все тело, успокойте свой ум, дыхание спокойное и медленное. Наблюдайте за дыханием. Полное расслабление. Thank you.
Когда чувствуете, что готовы, вернитесь в положение сидя. Посидите еще несколько моментов наедине с собой. Это утренняя, умеренно активная и сбалансированная тренировка завершена. Надеюсь, эта практика оказалась для вас приятной и благотворной и станет для вас полезным инструментом для регулярного применения в вашей жизни. До новых встреч!